О, посмотрите. Видите стрелу? Жих. Жих. Оп! Не падай только. Текстура и готика — это вообще отдельная песня. Да как ты? Там же расстояние было вообще никакое. Блин. Больше здесь не показывайся. Да, чёрт. Проваливай. Да хватит, ребят, я понял уже все. Хорош. Ё. О! Ты не разбился, нет? Не разбил? Я ничего не видел, честно. Я порежу тебя на такие тоненькие полоски. Я ничего не видел, честно. Каждый раз одна и... Только спящему. Никаких больше гуру и страх. Только я. Я один. Умри! Ну ты, ну бас. Ну доставай меч. Он не пробивает меня. Раз, два. Чувствуете, да, что я должен был вступить в... Вот, подрезаем у него юнитор. Берем стальной язык. Мне сейчас нужно чапать просто через всю карту в шахту. Нет! Представление начинается. Ой, надо записываться. 1500 опыта, нифига себе. И лебедка, которая работает. Я отманивал, но... Ну. Никакой пощады. Пришел твой черед. Никакой пощады. Что-то с лебедкой не то. Пришел твой черед. Никакой пощады. Это мой опыт. Это точно не... Кажется, вы сейчас стригерились. Воу. Ребят. Давай поговорим о чем-нибудь еще. Да что ж такое, да ну. Хорош. И за обуз свой был он проклят на страдания вечные. И томится наш герой в текстурах и по сей день. И только сейфлот его спасет. Даже сейфлот не работает. Нет, серьезно, все, я не могу умереть. Скатывайся, скатывайся. Фух, наконец-то прожил. Научить. Чему ты можешь? Я могу обучить тебя контролю над телом. Слава тебе, Господи. Это искусство называется акробатика. Беру. Когда ты контролируешь свое тело, ты можешь прыгать гораздо дальше. Я научу тебя откатываться в сторону, покажу, как откатываться после падения. Но не стоит забывать, что ты все-таки не бессмертный. Акробатика также очень полезна в бою. Ты сможешь быстро менять дистанцию между собой и противником. Ну, с Богом. Ничего себе. Все было совсем по-другому. Все обучен. Подкрадывание, акробатика, обучен. Ну, спрыгаем. Ой, нет, это... О, вы видели, кстати, как он приземляется? Убери оружие. Что? На этот раз тебе повезло. Я больше не слушаю всякого трепотня. Были так, времена, когда мне нужно с магом поговорить в центре. Что это было? Воу. 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 Шу. Воу. Ты должен тебе стать одним из стражников. Эй, Флетчер, о чем ты говоришь? Ты в сговоре с этим отребьем из нового лагеря, ведь так? Постой. Полагаю, ты думал, что никто и не догадается, а? Ух ты. Попридержи как коней. Нет, лучше уж ты попридержи свою голову, потому что скоро ты ее лишишься.
Умри, предатель! Охренели, что ли? Я разрублю тебя на части! Пришел черед! Разворачивайся, блин! Да таргет опять. Надо поворачиваться и вот в эту сторону. Сейчас идем на тролли. Северная часть этого мира. И... Так, волки не интересуют. Но это мелочь по XP. О, смотрите, орки. Не нападает. А пес что? Да ну нафиг. Да вы что? Это пес. Ах ты, блин, твою ж налево. Орки, кстати, не пробиваются совсем. Что за люди, а? Пес, конечно, сагрил вообще. Настоящий пес. Реально пес.